Витя, ну что ты там, передачу «Голос» посмотрел, любимую, да, свою? Там... Ну что там, блядь? Это как? От 18 числа еще запись. Ты хоть, блядь, расскажи, что это за передача. Я вот ни одного выпуска не смотрел, просто да в интернете нет, рекламу я вижу. Я смотрю его с первого выпуска. Нет, мне очень нравится, кстати. Действительно нравится. Подожди, я так понимаю, что... Блин. Короче, приходят люди, ну где, блядь, там... Тоже... Приходишь, знаешь, короче... Я больше чем уверен, что завязано все с деньгами. Фабрика звезд, короче. Только... Не, я так понимаю, приходишь, ты начинаешь там орать что-то, а там что, должны угадать что-то или что, не? Это что-то ты, блядь, нет, перепутал. Я не знаю, с какой такой передачей. А кто там? Люди приходят, поют песни шикарные, блядь. Хорошие, блядь, хорошим голосом. Вначале... Идет слепые прослушивания. Ну, ты слепые, да. Видишь, а, что... ну во, я говорю там. Вот, кто-то тебе понравился, ты нажимаешь, поворачиваешься, смотришь. Там, типа... А этот человек, если несколько... Я понял, типа поешь голосом, блядь, там, как Лабертино Лоретти. Нет, не надо, никем поешь. Хлопаешь свои на кнопку, поворачиваешься, там, блядь, Витя Агыга орёт. Там все охуевают, и нихуя себе Витя залупил. Поешь любым голосом своим. Я понял. Шикарную песню какую-нибудь. Так, потом вот, короче, подбирается какая-то команда или что, или финалист. Ну, да, команда, да? Или нет? Ну и как а дальше потом это? Уже выбирает человек, который... Какой? Тебя, ну, к примеру, как сейчас там, Дима Билан, Пелагея, Агутин, ну, Краски, к сожалению... Ушел, типа а сидят все вот народные артисты и типа оценивают, да? Они такие же народные, это, как я, это, оскароносец. Это. Блять, а они вот по каким критериям оценивают все это? По своим. А, по своим, типа вот от своего разумения, да? Ну да, да, вот мне по кайфу его слушать или не по кайфу. Вот я, ага. Видите... Ну, мне... А я типа такой хер великий, вот если я сказал, что он мне нравится, то вся страна должна это проценить, да? Нет, а подожди. Там общего мнения нету? Нет, есть. Ты можешь голосовать, да. А, голосовать можно, да. Понравится, ну, я считаю, оно мало решает вот это вот. Вот эта вот баба, которая на Евровидении орала там под матреху, блядь. Господи, ой. Как она туда попала? Через вот эту «Голос», наверное. Как ее там звали? Да, какая-то, ой, блядь, матреша или как ее звали? Забыл, да, какая-то. Маниша, Маниша. Манишка, короче. Манишка. Как она туда попала? Через вот этот «Голос», наверное. Кто за нее голосовал? Ну, не через постель, это точно, ёптым, блядь. Я не знаю таких извращенцев, ёпт. Она... И песня там какая-то была. Молимся, молимся, или что-то там такое. Ой, нихуя себе, молимся. Или что-то там такое, да. Канал «Спас» какой-то есть. Ну, походу, да, там что-то такое было. Нет, там как-то по-другому. По-другому было. Видел. Бесимся, бесимся. Селимся. Что? Заселяемся. Выселяемся и заселяемся. Сирийские беженцы. Гимн, ёпты. Ну и что, по сути, а призы там есть какие-нибудь в этой передаче «Голос»? Нет, ну да, там клип снимают, дают деньги на снятие клипа или еще какую-то хуйню, я не знаю. Так, кто занимает, пойми, которые люди там отсвечивают уже там в финале и так далее, ага, и тому подобное. Они, там, я тебе говорю, там выступают люди, даже те, кто уже популярны. Вот возьмем Панайотова. А кто это такой? Ну, ты забыл, как она называлась, еще передача там. Ля, ты, Витя, ты рубишь во всей модной музыке, я так понимаю. Да, упаси Господь, какая она модная. Я вообще, о, против, ну, тебя лошок какой-то. Там очень многие люди, которые действительно популярные, и о которых подзабывать начинают. И вот тебе здравствуй, «Голос». Вот я тут последний раз виделся, блин, с Сашей Ключом, ну, с Галкиным. Он купил книжку себе про этого Фредди Меркури, короче.
И там это самое, он говорит, я, говорит, хотел, блядь, в этой книжке там почерпнуть информацию, блядь, о том, как альбомы писались, как они там в туры ездили, а там всю дорогу про заднеприводных, короче, блядь, говорит, кто а там. А он, наверное, не там покупал, где он в Эрохе, всех шопе покупал. Я не знаю. Он говорит, а там, говорит, всю дорогу в этой книжке, кто там Фредди там-то натянул, кто там-то натянул, кто кого он, кто где он кого натянул. Он бы себе, ну, вот интернет, он купил бы себе компьютер, да и все, ёпты, покупает. Ёпта, как ты мне сказал, CD-диски, господи, это у нас вообще существует, уже людей, наверное, таких нет. А где они продаются, ёпта? Кто? Из-под полы, ёпта, CD-диски. Кто, книжки, CD-диски? Да. Вон, сзади в какой-нибудь этот, на автовокзале, в подземный переход. А, ну если там, с рук, ёпта. С рук, да. И книжки там вот эти с рук, наверное, продают. А у меня где-то дома их целая куча, какие-то игры, блядь, непонятные. Да? Ёпта, какой фильм, да я уж не помню. Надо у тебя изъять их, посмотреть, что там у тебя. Ой, они такие там, я не знаю, он даже, наверное, не пойдет, там грохот будет стоять, когда ее засунут. Для Сеги, для Спектрума. Ну, лет 20 им точно, как бы не больше. Блядь, там пиздец. А видеокассета.